сказке Гауфа «Карлик Нос» колдунья похищает красавчика Якоба и превращает его в безобразного карлика. Родители Якоба не узнают его в новом обличии и прогоняют его из дома. Как маму меня беспокоит вот какая мысль. Что будет, если кто-то из моих детей изменится настолько, что мне будет трудно его признать? Вдруг эти изменения покажутся мне безобразными или недопустимыми? Например, сын катастрофически поменял убеждения и утверждает, что слабых детей нужно убивать, так по-спартански. Хватит ли лично у меня любви и терпения не настаивать, что если ты уже не такой, каким был раньше, то больше ты мне не сын? В какой момент для родителя ребенок может перестать быть родной душой и превратиться в чужого карлика?